Так, автосохранение здесь есть, да, у нас есть. Почему игра не видит геймпад? Все видит. Так. Та-дам. Эй, Иксельмайт, привет. Put me down. Let go. Easy now. You're in a bad way. Put me down. Where is my Frenchman? The squid's gone. Your mate was torn apart. That. The beast is dead. How did you kill it? We didn't. It left with the storm. Captain came up from the hold. Said he chased it off. You should rest. A curse like that. Does that live for nothing? Так, это значит, французика мы поняли, да? И это его помощник. Французик его помощник. Вот это, да? Шарль Минье. Разорван на части чудовищем. Ага. Помощник боцмана. То есть это боцман. Скончался. Топлен сгорел самоубийство. А что здесь выбрать? Он скончался от ран, нет? Это боцман. Это мы поняли. А как он помер-то? Воспоминание 3. Где он еще был? Первое появление 86. Можно как-то перейти по-быстрому к этим воспоминаниям, нет? Блин. Это хреново. Мне тогда надо сейчас сходить, наверное, в воспоминания 86 и посмотреть, что с ним, собственно, произошло. Это вот это, да? И сейчас найдем боцмана. Это он?
где он еще присутствовал? А, вот в этом воспоминании он участвовал. Ага. Давайте посмотрим его. Я пока просто не пойму, что его, собственно, убило-то. Та-дам. Вот он, да? Я все еще не понимаю, что с ним могло произойти. То есть он не сечен, ничего, зарезан? Вряд ли. Зарезан ножом, нет. Судьба неизвестна. Ладно, оставим его пока в покое. Достаточно того, что мы знаем, кто. Да? Да. Один момент. Окей. Так. Давайте идемте дальше в трюм. Здесь мы еще не были на этой палубе, да? Эта палуба для нас свежачок. Здесь типа совсем стрёмные ребята, да? Ну, не стрёмные, а типа обычные матросы. Это бык. Мы его посмотрим. Hunter here. One swing. Get true to skull in stone or brain. I'll cut her throat when you've done it. Here? Yeah, come on before she kicks up. You all right there, sir? Never been on a farm, John. Mind your shoes now. Так. Так. Все становится еще интереснее.
Так, это Чарли. Что за Чарли? Сейчас посмотрим. Так, мы знаем, что его зовут Чарли. Так, Чарли, Чарли, Чарли. Чарльз Герштег, Гардемарин, есть такой, да? И это единственный Чарли, что у нас есть. Отлично. Александр Бут? Хм, почему мне это так знакомо? Так. То есть, скорее всего, это Чарльз Герштег тогда у нас. Чарльз Герштег Гардемарин. Ага. Остальные нам не очень знакомы, да? Присутствовал только в одном воспоминании, интересно. Мы почти отмотали в самое-самое начало, похоже, с чего все началось. А, болезнь, да? Нехлюк еще болезнь. Скончался от болезни, да? Интересно, интересно. То есть еще и болезнь была.
Ой, я не успел еще ничего посмотреть. Ну, ладно. Так. Да блин, господа, я не успеваю так быстро. Не, мы сейчас вернемся еще немножко назад. Мне вот, пожалуй, вот эта система игры мне не очень нравится. Она меня немножко, так сказать, перегружает количеством дел и тел. То есть я понимаю, что это сейчас, наверное, вступление, а потом мы должны между всеми этими телами и воспоминаниями ходить. Но на данный момент мне что-то как-то совсем многовато вот эти. На корабле творилось какое-то ёбаное безумие с самого практически начала. Плотницка. Найс. Блин, я ну вообще корабль классно сделал. Мне очень-очень-очень нравится этот корабль. Я так понимаю, мы на самой нижней палубе, да? Двое тел, что ли? Или одно? Это еще, блядь, что? Это, блядь, что? Лисичка, Слав, привет. Бля, мне не дают туда выйти. А! Становится все интереснее и интереснее. Мы не знаем, что... Блять, я случайно. О боже мой. То есть это какой-то самый невезучий корабль в мире, как я понимаю. Тут болезнь, тут мятеж, тут нашествие гигантских пауков и нашествие кальмара. Да, кракена. Да, прикольно.
Не везет, не повезло ребятам. Так, появилось еще одно тело. Давайте посмотрим. I've got you. Don't move. I'll get you down. Так, в этот момент он умер, да? Тут тоже тело какое-то. Поливают водой. А, они его, они сжигать собрались. Да, они это тело собрались сжигать, я понял. Я хуй знает, что произошло. Его убили. Дар копытами, крылом, хвостом. Наколот на шип. А вот и гардемарин. У нас прямо здесь тел дикое количество. А, он жив был. Или нет? Теперь мы знаем, как он погиб. Здесь погибли еще двое, да? У обоих оторвана голова? Там еще что-то было. Сгорел. Скончался от ожогов. Угу.
сразу два тела. Временная смерть была или каждое тело по-своему? А, одновременно об двоих, да, сразу? Стоп, что это, блядь? Стоп, это кто-то, оседлавший эту хуйню, что ли? Ладно, это все еще... Еще интереснее, чем я думал. Так, ну кто это и... Я пока не могу ответить на этот вопрос. Ну, участь его знаем. Убийца чудовищное существо. Этого пока нам хватит. Вот это, да, чувачок? Просто такой долгий крюк делает. Нику уже не помочь. А кто из них Ник?
интересно. А, я мог наверх подняться, что ли? Вот это Ник, что ли? Сейчас проверим. Не больно ли дохуя всего произошло на этом корабле? Это явно не Ник, это азиат летит. Бля, бедная коза. То есть вот это, скорее всего, Ник. Да. Это серьезно. Итак. Эдвард Николс. Скорее всего, да, Ник. Так, сейчас проверим. А, или, наверное, Николас Боттерил. Да? Скорее всего. Скорее всего, Николас Боттерил. Так. Наколот на шип, да? Или что с ним произошло? Ну-ка. Блин. Thank you.
холод на шип, он на зем. Копье. Пронзя копье, да. Убийца, враг. Чужеземец, да. Так. То есть его убило молнией? А. Я этого не ожидал. Я вообще этого не ожидал. Никакой молнии не ожидал. Кто это, сказать мы пока не можем, но мы знаем, что он поражен молнией. Удар током? Правильно ли назвать это удар током? Ну, наверное, да, да. Вот это интересно. Это уже кто-то мертв? В этом судне подозрительно много всего подряд происходило. Наверх я никак не могу попасть. Вполне возможно, я не могу попасть наверх пока. Давайте вернемся к истории с эпидемией тогда. Куда-то она еще нас выведет, наверное. Эй, ну плевать, не повязывай. Ты с собой следи, мужчина. Саяд? Саяд Уртов? Кутпилов? Матросов все хуёво было, да? Так. Ладно.
Ладно, каюты на палубе выше были гораздо лучше. На такой я бы не хотел находиться палубе. Это уже выглядит не так весело. Рядом с пушками вот так спать, фу. Так, умер Саед, да? Никакого... А, вот, Саламан Саед, Индия, да? Скачался из-за болезни. Дверь открылась. Что знаете, 56, 55, 58. А, это просто пронумерованные гамаки, да? Что это значит? Эй, Питер, привет. Продвигаемся. Мы видели, что это не везучий корабль. То есть мы видели, что у них была эпидемия, у них было нашествие каких-то гигантских пауков, нашествие кракена, мятеж. То есть чем дальше, тем, конечно, этот корабль все более и более несчастным, мне кажется. Мне этажом ниже надо спускаться. Да? Стоп, а я могу этажом ниже еще спускаться? Да. Раньше не мог, теперь могу, да? О, оружейная. Найс. У них есть оружейная. Вообще кораблик очень уютненький, надо сказать. Если бы не постоянная кровь и смерть на этом корабле, и отсутствие санитарных условий, и отсутствие интернета, то прям вообще было бы интересно. Вот, вот это самый нижний трюм, да? Fuck yeah. Я правильно понимаю, что кто-то спрятан в бочке?
бля, ну вы, чувак, слушайте, ладно. Это фильм «Миллион способов умереть на Диком Западе». Закрепленный груз. А, это только при отплытии только что ли? О, господи. Безбилетный пассажир надеялся бесплатно пересечь океан, но погиб в сорвавшейся бочке. Вот. Блять, я случайно нолик нажал. А что я тогда выбрал? Давайте вернемся к пассажиру, так сказать. Это они паука сюда засунули? О боже мой! А, ну правильно, они уже отплыли, то есть они что, они просто труп оставили на корабле в бочке, что ли? Пока не знаем, кто это. Ладно, пока тогда оставляем. Чем они вообще питались? Основное соленое мясо какое-нибудь, да? И ром. Что это? Здесь дверь под замком. И там открыт этот люк. У нас еще 3 тела здесь. Давайте начнем по порядку. Да, блин, начнем по порядку, я сказал.
Стоп. Я не понял, у них два груза, что ли, сорвалось или что? Или нам показывают то же самое, я что-то вот это не понял. Тут же было вот здесь, да? Вот. Может, у них, конечно, в порядке дел такое было, но вообще под грузом стоять нельзя. То есть, ну, мужик сам виноват. Я не знаю, что он удумал, но вот так нельзя стоять. То есть, как бы, ну, все понимаю, но он сам виноват. Так, вот здесь у нас что-то находится, непонятно что это. Keep pressure here. Hold him down. What madness is this? 20 years my steward, and never a doubt on your sanity. Explain yourself. Those ungodly beasts carry a curse. Throw them back, or doom us all. Tie him up and put him in the lazarette with those things. He may yet find his senses. Come on. All's fine, John. Been in worse spots, I think. Where's the rest of his leg? Это боцман, да? Угу. Это капитан. Это его стюарт, получается. Стюарт капитана Филипп Даль, вот он. Вот это врач. Корабельный доктор. Пленники.
Я пока не понял, что произошло. Он кому-то отпилил ногу, да? Так, это, конечно, хорошо, но давайте мы сначала вернемся к предыдущему телу. Я бы еще им занялся немножко. Зарублен саблей, да, наверное? Убийца. Этот. Стюарт. Стюарт капитана. Неизвестный мужчина пока что. Сабли же? Да, сабли. Так, вот это врач. Судовой врач Генри Эванс. Мы его видели уже не раз. Потом еще посмотрим. Пока что мы его просто отметим. Что за ящик вы вносите? Не эти ли ракушки, про которые был разговор, а? Бля, как отсюда выйти? А вот. Ой. Так. У нас добавилось тело здесь. Вот это тело добавилось, да? Я начинаю путаться в телах, и слишком много здесь. Опять кто-то упал, блядь, с лестницы. Бля, вы прикалываетесь, чуваки. Чё? Что здесь происходит? Что в этом месте происходит?
Это плотник. И это плотник. Это мясник. Наверное. Должен сказать, что интрига начинает пропадать. Текилаж — это что такое? Что такое текилаж? Снасти на судне. Угу. Понятно. Так, груз с грузом сорвавшимся, да? Или падение с лестницы. Я на этих ребят охуеваю. То есть такое ощущение, что они здесь что угодно делали, лишь бы умереть. Убили. Мужик, ты идиот. Да. Можно сказать, самоубийство было, блядь, пронзён. Убийца чудовище. Да? Нет? Нет, не копьём. Я даже не знаю, что здесь поражен чудовищным крылом, хвостом. Удар хвостом? Получил смертельный удар хвостом чудовищного существа. Похоже на правду. Он оказался идиотом, блядь.
Двое одновременно опять, что ли? Эти упали сверху, наверное. What do you know about these things? About the chest and your dead friends? 这是什么？未来全部冻出来，拢是恁害的。迄个海底肯定无过好，是谁人滚死的啊？ Пока оторвало руку. Погодите, я еще не понял, что произошло. А, их обоих прострелило, вот что. Неужели все было связано с этими? С этими ракушками. Это та хуйня, что в море светит? Интересно.
застрелен. Из пистолета или карабина. Убийца пока неизвестно кто. Пока. У него на борту много китайцев. Перестал понимать, эти монстры это женщины как раз что ли или что? Вот это госпожа Лето. Да, там есть, есть. Еще раз прям в него провалимся. Сюдя. Он обгорел что ли или что? Скончался от ожогов, да, получается? Королевская кровь Формоза. Интересно, конечно, вообще. Что, во что это выльется, непонятно. Единственное, только чувствую, под конец будет душновато. Ну что, давайте госпожу Лин посмотрим. Вот и дела! Кутантире! Ладно.
а что происходит здесь, блядь? Здравствуй, Сара. Да хуище всего. Так. Госпожа Лим, да, она у нас... Буль-Лам-Лим. Вот это она, наверное, да? Формоза. Участь. Чё, её копьём пронзили? Ёбнуться можно, блядь. Олегаш, you still breathing? Can you roll? Nichols, sir, shoot them for God's sake! Хаган. А, нет, она задушена была. Или что с ней сделали? Или ее заре... Не копьем. Поражена монстром. Задушена. Шестерых разгадали, а это 10% от всего, да? Эй, Ксаруду, привет! Вот здесь сложно, потому что О'Хаган, вы там живой? Николас, сэр, стреляйте в них ради... Николас, сэр, стреляйте в них ради бога. Keep rowing! You make well out! Major! Where is it? There! Something there! I see it! Give us a weapon! Shoot! Mike and I! Pick up the oars and row, you fools! Вот это, наверное, О'Хаган. Или нет? Один из них Николс, второй О'Хаган, третий русский матрос.
Николс второй помощник. Возможно, это он. Кстати. Да, здесь народу-то положили вообще немало. Ну, посмотрим, как пойдет дело. Пока что я чувствую, мне придется очень много раз переходить, некоторые дела проходить. Так. Это вот этот мужчина, нет? Бля, только не... Мне вот это не нравится вообще. Keep course due east. You'll reach the Canaries in 3 days. You packed enough stores? Aye, sir. Checked and loaded them myself. Good. Stay quiet and alert. If the wind picks up, we've no chance against the Oberdin. Shoot ya! We want trouble! 我没问题，但是伊来想我绝对袂当让伊浪费水底。那是遐个怪不出现，你绝对卖起来。Hey, shut it up. This is strange things about monsters. Наверное, вот это Ахаган, нет? Это русский матрос. Уровень сложности умозаключений. Чем выше уровень, тем сложнее будет установить личность человека. Сорочайте на тех, чью личность определить проще всего. Отложите более сложные случаи на потом. А, окей. Тогда он нахер идет. Добраться лишь через другое тело. Бензин копьем. Убийца чудовище. Пока остановимся на этом тогда. Так. Окей.
На данный момент у нас все, что нам надо, открыто или как? Или у нас еще оставались... А, есть еще одно тело. Еще одно тело есть, точно. Сколько времени там? 23 часа, еще есть 4. Есть еще одно тело, с которым мы не взаимодействовали. И потом надо уже идти, походу, более подробно по всем ходить. Ну да, тут надо искать наиболее очевидное, а потом уже сопоставлять, наверное. Па-па-па-пам-пам-пам. Вот эта дверь меня сейчас смущает. Мы, скорее всего, там еще будем в той комнатке. Стюарт это здесь. Ой. А, это понятно. Не понял. Это первый, кто погиб, что ли? Это плотник, по-моему, нет? Один из плотников. Мы его видели не раз. Копьем? Пронзён, да? Он там пронзён копьем, да, он был у нас. Вот только кто он, блин, у нас? Помощник или плотник? Пока ставим так. Так, и мне кажется, у нас это все на данный момент. А может и нет. Наверняка мы кого-то пропускаем. Так, мы здесь ходили по всем комнатам. Вроде по всем на этом этаже. Вот эта дверь остается закрытой. Там один челик, который спрятался был.
Это как раз плотники здесь, да, находились? Здесь оружейная. Так, здесь у нас что? Здесь ничего. Так, ну что, откуда в идеале лучше начинать, интересно? Wait. What? Нинда, привет. Не то, что не подушивает, слишком много всего, мне кажется. Застрелен. А я думал, я уже уперся в тупик. Ага. Это что за чувачок и что они хотели с ним сделать вообще? Huck Seng Lao, you have been found guilty by self-confession of the murder of Nunzio Pasquale. Quiet. As captain of this ship, and by the authority of the East India Company, and thus the Crown of England, I sentence you to death by firing line. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Aim. Fire! Так, Кун Цин Лао какую-то Пасква убил. Так, если это этот, то...
А, ну понятно. Как его там? Кун Цин Лао, да? Кун Лао. Хук. Вот это, Хук Цин Лао, да? Что такое вообще Формоза? Вот это настоящий убийца, я уверен. Или вот это. Или вот это. Или вот это. А, серьезно? Убийство. Мы выходим на новую главу. Неизвестный офицер. Хотя вообще вот этот чувачок. Вот этот чувачок его застрелил, остальные все мимо, что ли? То есть мы, в принципе, можем понять, кто его застрелил. О, боже мой. Это все... Так, 20:45, давайте последнее тело посмотрим. Алло? Кто там? Кто это? Is someone hurt? Senora Nichols, is that you? Yep. What are you doing down here? Hello, yes. All fine here. Just sorting some things. Watch your step. Я же говорил, Nichols. Let me help you. Блять, как же мы были правы, а? Эдвард Николс. Нунцо Паска это, да? А этот оглушенный валяется. Он его подставил. Потому что он хотел спиздить себе ракушку блестящую. Все складывается. Только неужели рядом никого не было в этот момент? Зарезал. Убийца Николас Эдвард, второй помощник. Это какой-то мем, мне непонятно, сори. Thank you.
Так, ладно, давайте на этом закончим. Тут, вот с этого момента можно уже часть этих... часть пассажиров немножко начать исключать. А, ну все, всем спасибо и всем пока.